Всем здорово, дорогие телезрители! Я решил записать еще один видосик в формате лайв, скажем так. Конечно, судя по просмотрам, прошлый выпуск вам не зашел, его никто почти не смотрел. Где типа посидим, попиздим, я катал ВТС и параллельно пытался поболтать с вами. Вот. Сейчас такая же фигня, только я еду за рулем, по сути. Вот. Все то же самое. А, в принципе, наверное, я буду задавать те же вопросы, буду говорить с вами на ту же тему. Ну, потому что большая вероятность, что то видео никто не видел из вас. Там буквально 4-5 просмотров, по-моему, это, конечно, вообще пипец. Обидно, пипец. Вот. Вопросы на какую тему? Типа, мне интересно все-таки, что вам больше нравится смотреть. Какие видео мне лучше снимать? То есть, варианты какие есть? Делить обзоры на тачки. Вот. Но тут в чем минус? Такой контент будет выходить редко, потому что ну не особо так найдешь машины, которые можно поснимать, которые тебе дадут поснимать. Вот. Вариант 2. Снимать типа постройку каких-то проектов, типа вот как были серии по моей Жиге, как сейчас новый плейлист на канале Ижанит, где мы нашему сокоманднику, оператору строим тачку Дани. Такого формата видосы. То есть в которых мы как-то проходим трудности, с которыми сталкиваемся, вот, как-то их решаем, и это все снимаем на камеру, в общем-то. Либо какие-то видосы вот такого разговорного формата, тогда в таком случае пишите темы, на которые можно поболтать. Либо какие-то видосы чисто под музыку, вот просто красивые кадры, как был на канале видос про Ширяевские штольни, как я туда съездил. То есть, ну, там не то чтобы история, как я туда съездил, это просто как бы красивые кадры с поездки и все. История о том, как я туда съездил, у меня ВКонтакте на стене была, но вы ее хрен найдете, скорее всего. Я могу прикрепить ссылку под этим роликом на этот пост, где я рассказывал, как я туда съездил и как я всех люблю. Вот. Он небольшой, там можно почитать. Там еще плюс альбом фотографий есть, ну и видео, хрен с ним бы, видео есть на канале. Вот. Какого-то такого формата снимать видео, то есть просто куда-то выбираться, вообще неважно, там людей снимать, машину снимать, город снимать, там архитектуру, природу, еще что-то. Просто вот я снимаю какие-то кадры, потом из них что-то монтирую под музыку, то есть нет никакого типа сценария, никакой хронологии, просто есть музыка, есть картинка, есть монтаж красивый, насколько моей это голове, конечно, я не охереть какой крутой монтажер, и я в этом ничего не понимаю практически, но свой вкус определенно у меня какой-то есть. Что-то вот такого формата, ну и какой там, я уже пальцы не загибал, забыл какой по номеру, короче, ну, вроде как четвертый, короче, вариант. Что еще снимать, это что-то пилить типа с компа, то есть возможно это прохождение каких-нибудь, допустим, карьеры Васета Корса в гоночном симуляторе. На мой вкус это очень интересный симулятор, он сложный достаточно, потому что, блин, сложность там регулируется от 80 до 100% противников. Ё-моё, что вы себе бегаете? Вот. И, типа, на 90% это уже сложно. То есть и пытаться там проходить карьеру. Опять же, конечно, записывать это все будет сложнее, потому что надо еще что-то на камеру говорить или как-то это все озвучивать.
Не знаю, посмотрим. Либо, допустим, в Евротрак-симулятор покататься, поболтать, что-то такое. То есть, мне интересно, что нравится смотреть вам. Вот. Поэтому на эту тему хотелось бы, точнее, на этот вопрос хотелось бы получить ответ в комментариях. Но, судя по всему, это видео опять никто ни хрена не посмотрит. Я уже к этому, в принципе, морально готов. Ну и хрен бы с ним. Записал? Записал. Спросил? Спросил. Ответили? Не ответили. Ну и ладно, живем дальше. Что делать-то? Что еще остается делать? Ни хрена не делать. Так, нам на кольце куда-то прямо. Вот. Как-то так. На какую тему сейчас можно поговорить, я особо даже не знаю. Так что, наверное, этот видосик мы завершим. Я с вами попрощаюсь. Вот. И поеду дальше своей дорогой. Так что, всем удачи. Всем спасибо за просмотр, кто посмотрел. И всем пока.